Привет! Вот и долгожданный гусь, которого вы просили. Тапай два раза по экрану и погнали! Открываем блендер, удаляем куб, Porsche 911 Turbo, бананчик. Ищем референс гуся. Находим. Найс. Создавай куб и разрезай его с помощью Ctrl плюс R. Добавляй модификатор Mirror. Округляй куб с помощью Subdivision, Ctrl плюс 2. Равняй гусю по шару. А теперь экструдируй. Впрочем, ты уже понял. Экструдируй гуся по полной. Начинай активно экструдировать головку гуся. Добавляй грани и двигай их, чтобы получилось стройно. Головку тоже. А теперь добавляй глаза. И клюв, который когда-то был кубом. Не забывай про крылья. Перед тем, как модифицировать эти части птицы, добавь к нему модификатор Subdivision Surface. Это сделает птицу гладкой. Гладкий криминал. Готово. Теперь твой гусь полностью...